Одинцовский район всегда был славен своими людьми – работящими, старательными и скромными. Именно поэтому праздник труда стал своеобразным гимном человеку-труженику. Это служение своему народу, служение своему району, служение области, а в целом служение государству. Я, как житель Одинцовского района, с большим почетом, трепетом и уважением к каждому, кто сегодня будет награждаться, и ко всем, кто невидимо, не награждаем, трудится сегодня в нашем районе на благо в целом всей Московской области. Валентина Гребенникова вручила благодарности и благодарственные письма от лица губернатора Андрея Воробьева лучшим представителям своих профессий – педагогам, водителям, руководителям организаций. По итогам конкурса «Лучшая трудовая династия» второе место по области в номинации ЖКХ заняла семья Борисовых из известного и уважаемого в районе предприятия «Лифтек». Общесемейный трудовой стаж Борисовых в сфере Одинцовского жилищно-коммунального хозяйства составляет ни много ни мало 186 лет. Многое на свете можно изменить, если приложить усилия и много трудиться. И понимать, что все зависит от каждого из нас. Я поздравляю вас с праздником труда и очень хочу, чтобы результатом стало благополучие каждого из нас. Лариса Евгеньевна вручала от имени областного парламента почетные грамоты, знаки за труды и за трудовую доблесть представителям самых простых и нужных профессий. Среди награжденных – слесарь механосборочных работ, тренер, заместитель главного бухгалтера, оператор автоматической линии. Церемонию награждения медалью за доблестный труд на благо Одинцовского муниципального района провела Татьяна Одинцова. Разрешите мне от имени администрации Одинцовского муниципального района, от имени главы Андрея Робертовича Иванова поздравить вас с нашим замечательным праздником – праздника труда. Разрешите мне пожелать вам в этот праздник хороших трудовых успехов. На празднике труда специальными дипломами от областного объединения организаций профсоюзов были отмечены и одинцовские предприятия, участвовавшие в региональном конкурсе коллективных договоров. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».